Родина Капріян нині мешкає у селі Проскурівка, що на Ярмолинеччині. 2 роки тому Петро та Наталя приїхали сюди з Луганської області. Разом з друзями поїхали на Майдан, а потім почалася війна. Ми жили в Луганській області, в місті Ревінки. Ревінки – це кожен читав «Молоду гвардію». Це в нашому місті Шурф кинули молодих гвардійців. Муж у меня проработал 30 лет в шахте. Это в проходке, это перед лавой, перед всем. А я 10 лет на шахте проработала. Я его встречала, я его провожала. Ну, не только его, конечно. У нас на шахте было 8 тысяч человек. И, ну, он на пенсии работал. Когда я вышла на пенсию, ну, то мы решили, будем просто сидеть дома, уже отдыхать так, как полагается. Приехали сюда в гости, там начались военные действия. Там это где? В Луганской области. И мы остались здесь. Где нехорошо, но, говорит, а дома лучше. И мы вот все время душа рвется туда. И для того, чтобы немножко отвлекать меня от Луганской области и от того, что мы там уже не нужны, мы познакомились тут с друзьями, с учителями. Он бывший директор клинич, и он как раз поехал на Майдан. Ну, вот. Мы там жили на Донбассе, мы никогда не знали, что такие Майданы. Мы не знали вот эти, значит, свобода, вот это... Мы работали, мы до этого никогда не касались. Мы не знали эту оранжевую революцию, ничего. Просто в разговоре он говорит, я могу вас повести на Майдан и показать, что такое Майдан. Мы поехали на Майдан. Мы люди очень общительные, нам очень понравилось там. Мы жили там же в Невом палаце, спали на полу. И вот тут на Майдане мы столкнулись со свободой Хмельницкой, с этими детьми, которые рассказали нам истории из Украины, нам было очень интересно. Мы просто уехали, а потом опять вернулись, потому что мы приехали домой, покупались, и нас... Мы не могли находиться дома, мы опять уехали в Киев, мы опять были с этими детьми там на Майдане, они нам рассказывали всю эту историю. И вот поэтому он нас именно увел вот в этот Майдан. И потом уже дети, когда мы выложили фотографии, что мы были на Майдане, дети просто привезли нам внучку, чтобы мы не ездили больше на Майдан. Мама, мы хотим вас видеть живыми, чтобы вас там не убили, ничего. И мы заболели, и с внучкой мы, конечно, не попали на Майдан. У меня папа проработал 30 лет в шахте. У нас зять проработал 33 года в шахте. У меня муж 30 лет в шахте. Сейчас наш зять работает в шахте. У нас идет как, ну, наверное, наследственно вот это идет поколение. От поколения в поколение это вот шахтеры. У меня муж заслуженный шахтер Украины. Ему когда-то Кучма вручал эту медаль. Все. Там, когда мы жили, у нас были там санатории свои, где лечили шахтеров. Здесь мы не можем добиться даже с той медалью, с тем орденом, который у него есть, о том, чтобы дали какое-то лечение ему, чтобы легкие вот это немножечко очищать, потому что без этой очистки, ну, он просто задохнется когда-то. А что у него, какая болезнь? А у него силикоз. У него силикоза 35%. 35% это силикоза очень много. Это самая высокая ставка на силикозы. Поэтому он 30 лет проходки, это вся пыль, это все без вентиляции, все его было. Поэтому сейчас в данном моменте он даже, он кашляет постоянно. У него постоянно отхаркивается этот уголь, хотя он уже вот 4 года не работает вообще на шахте. Там у него проблема не только, допустим, вот с легким, у него проблема с желудком, у него не работает клапан желудочный, он не закрывается. У него постоянная изжога, и нас предупреждают, что это очень опасно, что может превратиться в рак, потому что все время открытый этот клапан желудочный. Я вообще сама онкологическая, у меня онкологическое заболевание. Ну, вот 3 года мы уже тут не обследуемся на онкологию. А там мы обследовались онкологическое заболевание. Очень тяжелая была операция. Операция длилась у нас почти 12 часов. И никто не давал нам да, нет. Все зависело от организма.
стараемся поехать куда-то на море, мы стараемся куда-то уехать с внуками, дать им вот этот воздух, чтобы они дышали чистым, свободным воздухом. Ну, вот так стараемся выживать. Котят топят, а мы головы вытаскиваем и живем. Завдяки керівнику благодійної організації допомоги воїнам АТО та переселенцям волонтер Ярмолинеччини Наталі Беренді, з якою познайомились на Майдані, ці люди, котрі росли на чужих героїв та чужій історії, стали справжніми патріотами України. Разом з Наталією Миколаївною та іншими переселенцями Ярмолинеччини брали участь у всеукраїнській прощі в Зарваницю, куди йшли пішки. Їздили на Закарпаття в Яворину, місце поховання воїнів УПА та на могилу Шухевича. Це сім'я в нас переселенців в Яремонецькому районі. У нас 17 сімей, якими я опікуюся. Ну, це сім'я Капріян найпозитивніша в нас. За них приємно дуже йти, вони не плачуть, що коштів не вистачає, нічого. От як їду я в АТО, Наталя, коли ти їдеш? Я кажу, такого-то числа напече пирожків, цілу короб, кексиків передає, огірки передає, купи ящик помідор деколи, якщо потрібно. Отак, я їм трошки просвіщаю, знають наших вже українських героїв, Шухевича, Бендеру. Так, да, ми їздили на Шухевича на могилу, хоча ми його не знали, нас привезли перший раз, ми бачили, де його поймали по річці, нас Наташа водила, показувала. Мы там цветы сажали. На могилу, да? Так что у нас, куда бы, где бы, какое-то мероприятие бы не было, она нас зовет сюда, мы всегда с ней ездим. Да, в любой район, куда ты приезжаешь, но если такие люди есть, да, они всегда помогут. Даже если не знаешь ты их. Допустим, я ее не знал, может быть, и не знал, благодаря Майдану, но все равно приехал, помогла, да, подняла что... дух. Короче, одним словом, волонтер. А этим сказал, ну все. Да, вот хоть для нас, хоть для Мы, допустим, всех этих переселенцев, которые мы знаем, мы всех посылаем к ней. Да. И все время говорим, что единственное, кто вам может помочь, это только Наталья Николаевна. Да, Наталья Николаевна. Поэтому больше некому обратиться. Работа такая у нее. Цікаво, що ці люди, які в один момент позбулися сучасно обставленої трикімнатної квартири, в якій нині мешкає родина російських військових, тут, серед незнайомих людей, які, скажімо прямо, прийняли їх не дуже тепло, не опустили руки. За два роки з хати з проваленою підлогою та стелею, яка падала на голову, своїми руками зробили казковий будиночок. В то время, коли ось це все було приобретено, воно, звісно, було не так, як зараз. Полы были гнилые, но так газетка, Саня, ты газетку видишь, да? Тут газетка, и по газетке ходили, чтобы не провалиться. А потом... А почему это по газетке? А полы изменили? Полы, тут деревянные полы были. Да. И доски уже прогнили. Так. Вот тут жестко можно стать. А там газетка, где жестко, да, там газетка. У меня жена вот там провалилась, а вот так пошла по землю, чуть ноги сама, потому что пола. Так дочка, внучка вот... Дедушка, мы скоро метло еще будем по этих газетках ходить. Уже пора на это самое. Я говорю, ничего. Там сделали и тут сделаем. Сделали. Потому что хотели. Сами делали все. Сами. Все сами. Вот тут вот такой диванчик, вот тут разложили. А мы втроем жили. Спали Радость, я и София посередине. А... Шиферина была пробитая. Как раз такой дождь был. И оно накапало на глину с той стороны. И оно протекло уже насквозь. А тут, что интересная штукатурка, песок и известь. Ну, вапно или как, известь. Вот такое, знаешь, натертое было. И оно так про... Уже про это сам накопилось, и что мы утром просыпаемся, ё-моё. А в ногах вся штукатура. Вот так края этой, ебатень, вот такая эта круглятина. Ух, София говорит, о, дедушка, если мы так будем жить, то у нас тут ноги попадали. Ну да, я просто не знал, что, знаешь, оно течет. А потом да, вот там ведро поставили, там подзакрывали. Ну, шат, ну, конечно, это. Я говорю, что
Кто хочет, тут зробит. Обидно одно, что там туришь, трехкомнатная квартира в Ровеньках. Она просто, что там осталось, знаешь, не ваше, не наше. И все там осталось, еще не только что. Мы, вот видишь, что в хате есть? Вот я сейчас выйду на улицу, закрою и уеду. Вот так самым и там. Документы забрали, квартиру закрыли и уехали. А вот, вот так все осталось, только кроме вот этого. Там такого светляка не было. А так все, и холодильник, и стиралка, и зал, и спальня, и вторая спальня, ну, трехкомнатная квартира, и кухня, все. Мы вышли, закрыли карманы, положили ключи и документы, и деньги, и уехали сюда. Ну, что надо было уезжать. Не так уезжай, как тихо. Веселон Петро одразу ж підкоряє своїми жартами. Насправді ж, каже Наталя, це лише маска, за якою чоловік приховує свій сум. Адже розуміє, що додому навряд чи коли повернеться. Ну, просто він не хоче показати, що... що йому дуже тяжело. Ми просто, як займаємося, тут каже свої роботи. Уже мы, когда мы вместе, то начинается у нас проблема, я хочу туда, а он хочет уже остаться тут, потому что он говорит, туда уже возврата не будет. И поэтому мы зачастую, мы не бываем друг с другом. Да, большую часть времени, вот допустим, я жарю, я утром, я встаю, я сразу пройду по цветам. Для меня вот цветы это... Ну все, кому можно отдать, наверное, любовь, я не знаю. Вот приехали сюда, то, ну, муж мне пообещал, что я построю тебе 200 кустов роз, посажу, я посажу тебе все цветы, которые ты любишь, и сделаю тебе вот такие подставки, чтобы у тебя было много цветов. Скажи, для чего, как ты говорил, когда ты траву косил, рвал траву? Я знаю, что говорил, что когда дом купили, вот такая трава была. Она говорит, ну тебе надо. Я говорю, года через два радость, тут будет розы цвести и будет сад. И это ради тебя. Тут с колхоза все ходили, конечно. Для них это дико, что занимаются именно не коровами, а цветами. То я даже когда пересаживала, раздавала им цветы, то тут не понимают, что надо держать цветы. То я не могла даже раздать эти отростки, просто их выкидывала. Вот. А так душа, конечно, болит. Душа хочет туда, потому что всю жизнь там, мы вот сами там выросли, там наши родители похоронены, там наши дети живут. И вот дети тоже не хотят сюда приезжать. Она говорит, мама, мы тут никого не нужны. Понимаешь, вы уже старые, вы уже заработали пенсию, вы уже можете себе позволить жить в селе. А мы на что будем жить в селе? Но мы не зацикливаемся на том, что мы вот переселенцы. Мы ни с кого не требуем, допустим, платы, мы ни с кого не требуем, чтобы на нас внимание обращали. Но когда вот что-то надо, то мы, конечно, добиваемся. А ваши внуки ходили сюда в школу, да? Да, у нас внучка ходит, переходит в третий класс. А, она тут живет? Да, она тут. Она сейчас в пионерлагере, ее забрали. А мама с внуком выехала отсюда. Она забрала, они сняли статус беженца, потому что ребенок маленький, он в садик ходил. Он все время плакал за мамою и сказал, что я не хочу, я хочу быть с мамой. То мама приехала, мы сняли их с учета статуса беженца, и они уехали. А внучка нет, внучка у нас ходит в школу. А в данном моменте мы ее отправили в пионерлагерь, чтобы она немножечко там побыла, чтобы немножко научилась. Они после войны, они вот такие, как зашуганы. Она не может с детьми сходиться, чтобы погулять. Она все время... Даже ее взяли звонок вести, вот, то бабушка пошли со мной. То я шла с ней рядом, ее мальчик нес на руках, она шла, меня за руку держала и звонком звонила. И поэтому я все время говорила, что нарушена психика у детей, собственно. И мы ее сдали, чтобы она немножко привыкла к детям, чтобы она играла с детьми. Потому что она ни с кем не играет. Она вот такая сама по себе после этого.
Но она там под обстрелы попадала, было такое, чтобы прятать? Ну вот у них возле дома стояли грады, прямо возле дома. Родители запретили говорить, что говорили все время, что у нас хорошая ситуация, не переживайте ничего. А уже дети через полгода, уже когда они сюда приехали, они открылись и сказали, что да, возле дома стояли грады, били грады, что погибли наши знакомые, это женщина с ребенком в обстрелах, и что бабушка действительно нас стреляли, и действительно у нас идут бронетехника вся, и людей очень много, но с России, россияне вот эти, да. И то, что мы их перевезли сюда, они тут у нас находились 2 года. Вот в мае месяце было 2 года, как они были у нас тут. Ну, вот. И поэтому мы все внимание уделяем им, куда-то повезти, что-то показать, чтобы они не зацикливались на том, чтобы... И у нас даже вот они рисуют именно все черными красками. Вот у них вот в школе вызывали нас и говорят, вот ваши дети... Ну, был психолог, работал психолог с ними. Ну, у них все черным краской. Было такое, что детей не могли оформить без мамы, вызвали маму. Мама приехала сюда, сделала документы, уехала, что документы было не так, надо было опять вызвать маму. Мама только приехала, и буквально через полдня звонит соседка, срочно выезжает, у вас уже забрали россияне, уже сорвали двери, заселились. И она была вынуждена бросить все, она говорит, мама, ну, в общем, жилье это прежде всего, потому что его никто нигде не дает. И они сейчас, она пришла в свой дом, живет в своем доме, а дружит просто с этими россиянами, они ее заверили, что мы будем аккуратно относиться к этой квартире, и у них там 2 деток, и что кончится война, мы, конечно, уедем отсюда, потому что у нас родители в Ростове живут. И мы будем там с родителями, а вам освободим квартиру. Ну, когда это конца? Война дождемся, мы не дождемся, никто ничего не знает. А в школе российский? А? В школе российский? Да, военные. 3 города полностью заселили россиянами. Военные зашли с семьями, все квартиры открывают, которые государственные эти квартиры были, многоэтажки. Они открывают, где покойники, выносят покойников, заселяют людей. А в нашей квартире россияне живут. Дочки? А, вы с дочерью вместе жили, да? Нет, дочь жила в доме, в своем. Она жила недалеко от нас, и это самое. А мы жили в многоэтажках. И когда они пришли, они сразу начали проверять закрытые квартиры. И они сказали, что соседи сказали, что дочка живет. Они пришли до дочки и говорят, чья квартира? Родителей. Где родители? Она говорит, я подумала, что сказать на Украине, сразу же заберут. Говорит, в России. Ну, через 2 дня, если их не будет, значит, мы заберем дом, ну, квартиру. Она говорит, нет, я уйду туда, там все, вся мебель, все, и тарелки, все там, и вся бы техника. Знаете, у вас дом есть, знаете, это дом детей. А я перейду в родительскую хату, я там выросла. И она там жила до тех пор, пока сюда не приехала. Потом сорвали двери и зашли россияне. В данном моменте живут россияне в нашей квартире. А дочь в доме? Когда началась вот эта оккупация, то просто Украина закрыла все банкоматы, и год не было доставки. Россия открыла свои эти границы, чтобы люди снимали хотя бы в России эти деньги. Вот, а потом началась вот эта помощь Ахметова. Ой, ну Ахметов, он тоже там только пенсионерам дает и малообеспеченным семьям, где маленькие дети. А так вот выживают те семьи, которые дети где-то постарше. Сейчас у нас там в садиках детей кормят только гуманитарной помощью, не готовят ни супы, ничего. Бутерброды делают, дети целый день находятся в садиках. И как оно будет дальше, кому? Пока еще. Надеемся, конечно, что мы сможем туда поехать. Очень хочется поехать домой. Я все время говорю, хочется так на свою кровать лечь, полежать на своей кровати. Бо мы завезли всю новую мебель туда. И у нас такая там ситуация, можно, допустим, если ты новую мебель завозишь, то старую мы выкидываем на улицу и забираем, кому там надо. И мы только вот завезли новую мебель, белую, как я хотела, спальню. Поставили спальню, расстроили и приехали сюда. Так получилось, что...
А получилось так, что нам машину расколошматили тут, конечно. И жалко машину, и жалко квартиру. В общем, получается так, что оборвали полностью всю жизнь. Вот он на пенсии был, работал, купили машину с нуля. Ну, вот, и вот в деревне в этой нам разбили машину. Теперь будут... Мы год ходили пешком с внучкой. А как разбили? А вот тут на перекрестке, где вы поворачивали. Мы на суды ходили пешком 9 километров. Они проезжали мимо нас, улыбались, еще и сигналили. Ну и как вам ходится? Прекрасно. Да. То мы задавали даже судье вопрос. Вот это же просто издевательство над людьми. Ну уже так получилось. Но случилось так. Но никто, все под Богом ходят. Никто же от этого не застрахованы. Но уже раз получилось, то надо же быть людьми просто-напросто. Поэтому... Життя на чужині Наталі та Петру скрашують невеличке господарство, ну і, звичайно, квіти, які жінка плекає, наче малих дітей. Я люблю їх. Я люблю, мабуть, навіть більше, ніж мужа. А він знає? Так. Да. З залу може не виходити до полуночі. Він все время говорить, боже, ну чого ж тут цветочок у нас ще не цветет? Сделай так, чтобы он цвел. Я говорю, а как я могу сделать? Скажи, пожалуйста. Ну, уезжаем с дома, мы все время просим так. Ничего. Можете окна там не смотреть, ничего. Главное, чтобы цветы были политы. Внучка поливает цветы все. Она встает и говорит, так, бабуся, что цветы поливает? Поливаем. Огород имеем. Огород у нас небольшой. Рассчитываем так, чтобы у нас... Мы его обрабатываем только столько, сколько мы можем его действительно... использовать. Мы сажаем все для себя, помидоры, огурцы, капусту, картошку. Засадили, было 6 соток земли, засадили 4 сотки, оставили под садом, а 2 сотки оставили именно под вот это все, чтобы нам прожить. И мы это самое, малину, клубнику, все для внуков, чтобы они получили хотя бы какой-то тут заряд. Как бы на даче. Ну вот. А так. Я считаю так, что если даже если пожалуешься, никто тебе не поможет. Надо только на себя надеяться. Надейся на себя и сам не плашай. Как прийти сюда, вот такая была трава. Мы ее вырвали. И я сказал, что радость. Эта романтика закончится тем, что тут будет 100 кустов роз. И такой красивый дом. Вот это вся романтика. А радость это кто? Жена. Вот она. Как звать, не знаю, но знаешь, что радость. Да.